Потребительский кооператив «Хэппи Дом» работает сравнительно недавно, и уже первый октябрьский счастливчик стал обладателем собственной квартиры. Условия участия в жилищной программе очень простые. Кооператив организован прежде всего для помощи граждан в приобретении жилья. Обратиться могут и те, кто не может получить одобрение на ипотечный кредит. Существуем мы с мая 2016 года. У нас в порядке 500 пайщиков. Выдали уже 115 квартир на сегодняшний день. От пайщика требуется только удостоверение личности и адресная справка. Жилье приобретают в рассрочку. Вот наш очередной пайщик приобрел недвижимость в рассрочку на 86 месяцев за 7 миллионов 400 тенге. Оплачивает ежемесячно 60 тысяч. И еще один плюс оформляется сразу же на пайщика недвижимость. Актюбинцу Нурлану Мырзалину участие в жилищной программе кооператива «Хэппи Дом» помогло в кратчайшие сроки стать владельцем собственной квартиры в новостройке. 23-летний нефтяник раньше жил с родителями, а сейчас обзавелся просторным и уютным жильем. И для этого не потребовалось особых усилий, подчеркнул Нурлан. Самое главное, теперь я плачу за собственную квартиру. В октябре 2017 года я зарегистрировался по программе «Хэппи Дом» и получил за 8 месяцев дом, квартиру, точнее. И... Квартира находится на БАТС-2, однокомнатная. Хочу поблагодарить директоров «Хэппи Дом», работников. Очень выгодные условия, хорошие и беспроцентная ставка. И призываю всех казахстанцев, чтобы по этой программе купили свои квартиры. Отметим, что квартиры предоставляются в домах не старше 40 лет с момента постройки. Более полную информацию о жилищной программе можно получить на официальном сайте happydom.kz, а также в офисе кооператива в здании бизнес-центра «Мир» в кабинете 311. Николай Сырбов, Руслан Ельтаев, телеканал «Актобе».